думает, что может последовать за кумиром. Хочет стать таким же известным всему миру. Хочет отказаться от того, кто его создал, исключая, что в нем заложен в чем-то идеал. Несмотря на фальшивые гротески, идолопоклонство и девичьи протесты, он довольно скоро забросит поиски свободы и вновь продаст душу против природы. Это обойдется недорого, но кумира любя, потеряет лишь только самого себя. У него будет все, кроме самого главного, собственного себя, настоящего, реального. Довольствуясь крошками истинной жизни, которые придется слезать с гнилой сущности в жирных пятнах пола посудомоечной комнаты, он станет жирным, лицемерным. Довольный будет отрицать с каждым днем, что когда-то падал ниц пред алтарем. Душа его будет проклята безвозвратно. Он сам себе выбирал судьбу неаккуратно.